Я Чернушина Мария, представляю педагогический факультет. Что бы я посоветовала бы себе маленькой, ну, это, наверное, никогда не сдаваться и всегда идти прямо к своей цели, потому что всего того, что бы ты хотела достичь, ты уже, считай, достигла. И еще никогда не слушай все-таки людей, которые желают тебе плохого. Они всегда тебе завидуют. И на самом деле сейчас действительно многого достигла, и многого достигнешь еще в будущем, поэтому стремись, побеждай и делай.